С нашим сегодняшним героем я знакома много лет. И много лет я не перестаю им восхищаться. Его любовь к животным, его азарт и его труд делают этот мир лучше. Иван Иванович Соленых и его деревенское счастье. Говорить о счастье с бравым казаком, работником уголовного розыска, кинологом и коневодом очень интересно. Бравый казак знает, не слово имеет значение, а дело. И делает он все на славу. И, быть может, обычными словами так просто о счастье не расскажешь, но все же в его историях так много полезных знаний, столько увлекательных событий и такое количество доброты, что они ярче любого приключенческого романа. И пусть бы жизнь была и правда именно таким романом, но не все так просто. Каким было, какое есть и каким непременно будет счастье нашего героя, давайте попробуем узнать. Я всегда говорю так, человек должен любить и работать то, чему лежит у него душа. Для меня душа – это люди и животные. Почему? Потому что, общаясь с людьми и животными, ты понимаешь сущность своей жизни. Мне нравится, когда человек получает удовольствие, общаясь с лошадьми, с животными, и тебя за это благодарит. Ты сам испытываешь такие классные ощущения, что хочется дальше работать. Просто-напросто. Ты знаешь свою цель в этой жизни. А отец мой работал на бричке извозчиком. Тогда же в основном у нас было в Цветочном три конюшни. В основном весь транспорт это был гужевой. Колхозные бригады – это стройдвор, огородные бригады, виноградарские бригады. Везде работали лошади. И я уже с детства с матерью в огороде. А там дядька Гришка Раздобудька, царство небесное ему, вот он меня приучил к этим лошадям вместе с отцом моим. Я помню до сих пор, когда я ехал с детского садика, и отец нас возил на бричке, бричка была крытой тентом, тогда же автобусов не было, вот, и доверил мне кнут, то есть погонять. И мне этот кнут выпал с рук, и упал не просто в бричку, а упал под бричку. Конечно, отец меня тругал за это, говорит, ты ж не забывай, что ты ж не один, а еще лошади могут испугаться, а я же с детьми. И вот тогда я уже начал понимать, насколько серьезная животное лошадь. Школу закончил в Цветочном, вот, в армию ушел. После армии я служил в авиационных войсках, обслуживал самолеты и двигатели военных самолетов МиГ-25. Затем, после армии, я уехал сразу работать в Тюмень. Два года отработал там. И что я почувствовал, это тело там, а душа здесь. Домой, домой, домой. Приехал домой, я через полгода получил здесь трехкомнатную квартиру, устроился работать в милицию. Отработал в милиции до пенсии. Я работал с собаками, в уголовном розыске, кинологом. Я закончил международную школу по кинологии в Ростове в 1987 году. Вот, поэтому имею большой опыт общения с животными, с собаками. Пройдя на эту базу, я понял, что здесь есть большие перспективы развития именно спортивного и туристического коневодства. Потому что мы находимся в центре Крыма, Белгорский район. Он самый чисто экологический район в Крыму. Здесь, вы видели, вокруг горы, и чем это место замечательно, здесь много у нас находится туристических мест. Те, что можно показать для туриста. Особенно партизанское движение, потому что вот он, Межгорье. Самый сильный партизанский отряд был, вот, находился в этих вот лесах, наших крымских, зуйских лесах. Сегодня у Ивана Ивановича много животных, но начиналось все с лошадей. И именно они есть та сила, которая управляет всеми процессами в жизни нашего героя. Да и сам Иван Иванович знает о лошадях все. Чувствует их настроение, знает особенности характера и просто любит и заботится о каждой, как будто об одной единственной. Начиная с 2000 года, тогда в Крыму было мало лошадей, и в основном были лошади башкирской породы, из Зеленогорска. Ну, их покупали, кто как приобретал, но когда взрослый, здоровый человек садится на лошадь башкирской породы, он себя чувствует некомфортно. У меня даже был такой случай, что такой же самый высокий парень, ему можно было ставить звездочки. Помните, как во время Великой Отечественной войны за сбитый самолет ставили звездочки на самолет? Ему можно было ставить за падение с коня. Почему? Потому что если он любил поскакать, и вот конь скачет прямо, а потом поворачивает налево, а он прямо скачет.
Ну, мне немножко повезло с лошадьми в связи с тем, что когда в Ароматном, у нас в Белогорском районе село Ароматное, вот эти лошади, фактически весь основной костяк этого табуна оттуда, привозились туда буденских лошадей. Получается, вы видите, высокие рослые лошади. Сейчас люди себя чувствуют очень комфортно, удобно. Во-первых, по характеру они спокойные, уравновешенные. Вот, ну и рослые, вы сами прекрасно это видите. Вот уже кобылы начали жеребиться у нас потихонечку. Это у нас буденская кобыла по кличке Гроза, вот ее первенец. Они рождают сами, тут вопрос заключается в том, что не надо стоять и глазеть на них. Это уже доказано, потому что та лошадь, которая ее не беспокоит, она сама все это делает без проблем. Уже имя дали малышу? Нет, еще не даем. А смысла нет давать. Мы даем уже тогда, когда мы с ними занимаемся. Когда понимаете, какой характер. Да, да. А сейчас смысла нет в этом. Ой, какой маленький. Да, вот он. Ему буквально 4 дня. Посмотрите, путовые суставы на ногах. Это от копыт до вот этого состояния. Смотрите, какие длинные. Я, скажи, пришел с вами знакомиться. Как тебе 4 дня-то тут живется на белом свете? Обычно теленка, допустим, на приход ставят сразу же, в первый день. Потому что теленка отбивает от коровы и поет сразу молоком. Лошадь, лошонка ставит на приход только через полгода. Так выпоить лошонка невозможно, он погибнет. Он должен минимум полгода находиться под лошадью, под матерью. Вот это стоят молодые жеребцы, буденовских, донских, вот 2 года. Вот этому жеребчику 2 года. Мы его недавно забрали с табуна, так как весна, и чтобы они не жеребцевали, они всю зиму у нас паслись в поле. Вот. А сейчас весна, кобылы начинают гулять, поэтому их забрали и поставили в денники. Сейчас мы их оповаживаем. Что значит оповаживаем? Оповаживаем, приучаем к недоуздку, чтобы водили на повод, чтобы их в дальнейшем можно было выводить на корду и делать с ними разминку. Потому что в табун уже выпускать их нельзя, они будут перекрывать кобыл, а это неправильно, потому что у нас каждая кобыла кроется своим определенным жеребцом по своей породе. Вот это вот буденовец стоит, и вы его сразу увидите. Это разница между чистокровным и донским. Вот. Ваш, повернись. Вот видите, голова аккуратненькая, высокий, обратите в холке, вот он. Глаза на выкате, большие крупные глаза у него, и ноздри широкие. Вот это, и рост, вот, где холка его. Да и морда не маленькая. Не хватает буденовских усов. Ну, насчет усов не буду спорить. Значит, плохо Семен Михайлович поработал. Это уже трехлетки. У нас на сегодняшний день в Москву купили 2 жеребца. Вот брата его, вот этого жеребца купили. Он уже среди 10 молодых лошадей в Москве на соревнованиях уже занял 2-е место по конкуру. Мне это, допустим, радует, и люди уже в восторге. От нас уже есть достижения, я горжусь этим. Мы благодаря лошадям снялись в 8 фильмах. Вот за эти 5 лет «Викинг», «Вурдалаки», «Анна Каренина», «Хождение по мукам». Был вот недавно, если вы, может, смотрели, сериал 16 серий «Золотая Орда». Все сцены в Крыму, они снимались в Золотом, и сцена боя, битвы снималась вот здесь у нас на поле, прямо вот 500 метров от базы. Затем, вот сейчас недавно снимался опять же фильм про Чечню, 90-е годы, у нас тоже брали лошадей для съемок. Я, конечно, не участвовал в съемках, а во многих съемках, допустим, в Золотой Орде, мне там и крупным планом показывают, в фильме «Брат против брата» тоже крупным планом показывают. А в основном мы участвуем как массовка. Допустим, нам немножко обидно, что мы снялись в фильме «Викинг». Сами боевые сцены были очень-очень сильно сняты. Там серьезные сцены были сняты, но в самом фильме эти сцены не показали. Единственное, нас радует то, что мы хорошо заработали. А, допустим, в фильме «Анна Каренина» наши лошади тянут пушку. И я как раз стоял на бугру и смотрел, как мои лошади на рысях вытаскивают эту пушку, и первая пара, поднявшись наверх, испугалась вот этих строений.
сама на них были построены, японская, так сказать, деревня. Первые лошади испугались и остановились. А вот коренные лошади, пара, Чайка и Фунтик, они вытолкали и пушку, и этих лошадей туда. И они остались в этом же фильме сниматься дальше. Все в жизни бывало. И падали с лошадей, и спасали они нас, по большому счету. Особенно ночью, когда вот ты же дорогу не видишь, а лошадь ночью очень хорошо видит. Вроде идешь правильно по туману, заблудился, не знаешь, что делать, коня отпускаешь свободно, и он идет прямо и домой идет. По туману, густому туману, который просто как молоко. А лошадь находит... Олечка, а если ты внимание обратишь, вот эта чайка, которую я рассказывал, снимал в фильме «Анна Каренина», которая пушку таскала, вот она уже, вот сегодня она вот привела эту лошонку. Видите, он еще мокренький. Вот сегодня ночью она привела эту лошонку. Это просто чудеса. По большому счету. Вот он стоит. Он уже, знаете, 15 минут, и он уже все. И он уже на ногах. Вот сегодня родился он. Весь в маму. Просто мамина копия. Да, мамина копия. Вот это кобыла донских кровей. Она, у нее отец дончак, мать донская кобыла, вот. И отец дончак. Она как котик делает. Да, она балдеет. Мальчик. Мальчик. Хочется иметь кобылок хороших, побольше. А оно все мальчики и мальчики. Проблема для такого поголовья с кормами – это зерновыми. Засуха была, овес сгорел весь, овса нету. Его на сегодняшний день даже найти на посев тяжело. Фактически в Крыму его нету. Поэтому у нас лошади сейчас тоже находятся без фуража. Ну, ничего, живы, здоровы, упитанные, я считаю. Иметь такой большой табун и не заниматься спортивными лошадьми – это большой-большой грех. У нас здесь присутствовало по 800 человек зрителей. Концерты были, это была просто эйфория. Люди были в восторге. Надо проводить скачки. Почему? Потому что многие из нас считают, конкурс – это высшая математика и кропотливая работа с лошадью. То у нас возможности такой не было. А вот что касается скачек, то здесь лошади испытываются, испытания лошадей верховых пород проходят уже с двухлетнего возраста. Плюс у нас есть молодежь, детвора, которая крепко сидит на лошадях, которая у нас воспиталась с 7 лет. Для скачек надо люди легкого веса, 52-58 килограмм. Мы начинали с 2008 года, мы начали проводить эти мероприятия, мы были самые, наверное, счастливые люди, потому что наши лошади показывали очень хорошие результаты для нас в то время. Тогда уже на нас внимание обращает и райгосадминистрация Белогорского района. В последние годы, конечно, все это ушло. Почему я это говорю? Потому что на сегодняшний день у нас есть большая проблема. Это вот эти вот земли. Земли совхоза военного Гузовский, которые уже были сейчас на сегодняшний день государственные земли, их взяли и отдали под инвестиционный проект людям, которые далеки от земли, которые сейчас готовы распродать эту землю, минуя нас. А у нас такое громадное предприятие. Сотня голов коров, лошадей, тем более мощности большие. Мы просто в растерянности, не зная, что дальше будет. Хотя на сегодняшний день мы, вот видите, эти поля сами обрабатываем, в аренду берем, поля обрабатываем. Поэтому вот эти соревнования у нас уже в будущем под угрозой. Уже почти 20 лет Иван Иванович живет заботами обо всех, кто обитает на конной базе. И постоянно старается развивать и приумножать количество четвероногих и пернатых жителей. Таким образом, здесь появились и коровы. Они тоже привносят свой особый колорит в и без того деревенскую атмосферу этого уголка. За вот эти 4 года у нас уже на сегодняшний день насчитывается больше сотни голов крупнорогатого скота. Мне как-то один раз пришлось купить 20 телят породы голштины бычков. Ну, поверьте мне, я с ними просто влетел. Влетел в прямом смысле слова. У меня 9 штук их сдохло. Не от того, что их не кормили, а от того, что этот климат к ним не подходит. Им надо трава высокая, сочная. А здесь таких условий в Крыму нет. Поэтому это на сегодняшний день находится здесь наша крымская красная степная. Порода, вот им здесь порода лучше кров, всего. Да. Это самый оптимальный вариант, потому что сейчас многие люди завозят с России мясной скот. Да, не буду спорить. Но
они стоят больших денег. Этот скот неприхотлив. Единственное, что на сегодняшний день в Крыму существует большая проблема, это с зерновыми. Потому что в прошлом году была засуха и проблема с комбикормами. А так как мы сено имеем поля в аренде, мы сено заготавливаем. Вот, у нас сено достаточно. Коровы на сегодняшний день у нас пасутся. В эмоциональном движении постоянно, то есть они не болели. У нас брали анализ крови, брали все. Перестань. У нас помощники. Да, помощник. На них внимание не обращают, поэтому они уже... А так, слава богу, все. Я доволен. Все здоровы. Здесь находятся, с той стороны у нас быки для откорма. Вон они стоят на привязи. А вот этот, что вот сейчас рождаются телята, мы ставим корову. И что мы делаем? Мы покупаем вторую теленка и подпускаем корову, кормлю двух телят. То есть мы молоком не занимаемся за полтора года, и они дают больше дохода, чем если ее доить на молоко. Камерунские козы, которых Екатерина II очень любила, они считаются декоративные. Они, вот, как видите, больше не растут, ну, и они ручные обычно. Допустим, в сафари-парке и во многих парках их держат для контакта. То же самое, о чем мы приятное говорили, что туристы... Приятное общение с животными. Да, да, да. Это наш охранник Герда. Днем она сидит у нас на привязи, а на ночь мы ее отпускаем по территории. Она здесь внутри, сарай у нас охраняет животных. Поэтому я... Фактически у нас находятся здесь собаки по периметру. Mm-hmm. Мы знаем, на сегодняшний день и волки. Волки есть в Крыму, а мы переживаем, все-таки скот есть скот. И мы находим в степи, фактически, далеко от населенного пункта. Поэтому хочешь не хочешь, а надо иметь охрану. Есть всего один волк, которого Герда не трогает. Он тоже живет здесь. Неизвестно, насколько теплые и дружеские у них отношения, но к нам дикий зверь отнесся как совсем домашний пес. Так и не скажешь, что на птичьем дворе, где по соседству обитают страусы, фазаны, павлины, гуси, утки и целая коллекция голубей, живет настоящий хищник. Это волк по кличке Ред. Ребята из Черноморского района, охотники, мне привезли щенка. Волчицу застрелили, а у нее волчата, и вот привезли одного. Ему уже 3 года. Когда привезли, ему было 3 дня, он еще слепой был. Мы с ним гуляем, он вас всех оближет, не бойся, он ручной. Настоящий волк, мама дорогая. Самый настоящий волк. Очень нежный волк. Такая вы вот. С ним гуляете, как он здесь помогает по хозяйству? Все-таки, что не говори, а волк есть волк. Так на людей спокойный, а вот на дичь уже начинают реагировать. Для детей здесь вот, на этой территории, я развел много голубей. Здесь больше 50 пород голубей. Павлинов, фазанов много разных видов. Ну, так же самое у нас есть много разной птицы, куры, гуси. Здесь, допустим, находятся крестовые монахи, голуби красного цвета и желтого цвета. В другой клетке находятся черные монахи. Здесь, допустим, вы видите павлины белого цвета, фазаны золотые, лимонные. Вот. Здесь голуби называются скворцы породы. Вот, Оль, обрати внимание, вон, видишь, у них и седина на этом самом, и голова, и все, ну, как скворцы. Вот это шалевые якобины. Обратите внимание, какая шаль на голове у них. Сирийский ледяной. Вот видите, вот они сидят. Он как лед цветом. Но когда он летит, у него красивые черные полоски эти на крыльях. Здесь узбеки, кучерявые, затем лопатики есть, голландская птица. В этом вольере, вы видите прекрасно, здесь молодые павлины и охотничий фазан. Здесь и самцы, и самочки. Фазан – это такая птица, которая она очень хорошо размножается и перемещается. Потому что по природе фазан занимает определенное количество территории и никого туда не пускает. Попробуйте эту птицу в мясе, она выращивается для мяса. Вы даже не представляете, что такое фазан в пиве. Вот, Олечка, попробовали бы приготовление фазана в пиве, вам бы другого мяса не надо будет. Здесь у меня вот с правой стороны, видите, и фазаны, и вот они, видите, какие крупные белые вот. Вот это римский голубь, это хозяин двора. Вот эту птицу держит в Средней Азии, ее держит во дворе. Называется серебристый фазан. Если вы сейчас сюда выпустите, он не улетит, но он никого из вас сюда не пустит на эту территорию. Он драчун. Вот если внимание... Видите, как он?
Бойцовский. Это хозяин двора, это бойцовская птица. Модены. Вот этот голубь, вон он в углу сидит. Весом он 100 кг весит на сегодня. Я же у моего товарища, я вот на днях у него был, 1,5 кг. Один голубь весит. Это голуби мясного направления. Это кинги, тоже голуби мясного направления. Но они у вас из-за решеточкой вот это и просто гуляют? Да, они свободны, потому что они слабо летают, но и их ястреб не берет. Птица из отряда гусиных, то есть называется порода нильский гусь. В Европе эту птицу запрещено и разводить, и перепродавать, и продавать. Угу. То есть она занесена у них в книгу, не знаю какую. Птица, находясь на гнезде, она злобная, она истребляет все. Там, где она гнездится. Горцуют страусы. Да, да вот это вот перед нами страусы. Они молодые, им по 2 года. До размножения ему должно исполниться 3 года. Поэтому еще год у нас в запасе. Поэтому они молодые. Но я вам скажу так, что бьют очень сильно. Попадала? Не мне, моя работница попала. Она за ними ухаживала нормально. Всегда спокойно относились. А вот сейчас видно весна, и она пришла... их закрывать, и самец ее хорошо ударил. У меня есть друзья в Симферополе. Они мне как раз 2 года назад подарили мне их на день рождения. Поэтому я им благодарен. Ну, развожу. Мы находимся в молодом саду, которому исполнится вот в этом году 4-й год с момента посадки. Здесь у нас находятся абрикосы колированные, 4 сорта абрикос. Краснобочки, желтые, ананасовые, еще вот не помню 4-й сорт, но очень вкусные. Колированная черешня, воловое сердце и красное, и еще есть желтый сорт. Дальше идет груша и 3 или 4 сорта яблок. Знаете, уже в прошлом году урожай был отменный. Я уже горжусь тем, что действительно сад дал первые хорошие плоды. Не только я говорю красиво, даже страусы здесь гуляют, они тоже балдеют от этого. Птица травоядная, поэтому здесь они хорошо чистят. Вот, так сказать, уже. И в том году я заметил, вот все, что яркое висит, тоже хорошо. Абрикосы прямо заглатывают. Тем более высоко, все доступно. За ними я не успевал собирать абрикосы. Но благо то, что их было много, это было хорошо. Вот так смотришь временами, а у них же шеи длинные. И смотришь, такие вот одна, вторая шишка. Они же целиком заглатывают абрикосы. Поэтому интересно было наблюдать, конечно, за этим. Но птица тоже должна витамины употреблять. Если бы только съеденные страусами абрикосы были проблемой. Но здесь забот и без этого хватает. Когда больше 100 коров и почти столько же лошадей, волк и собаки, павлины и прочие пернатые хотят не только внимания, но и еды, обязательно нужна помощь. В одиночку с таким хозяйством не справиться, даже если очень любить свое дело. Но Иван Иванович горд, и горд по праву. То, что он делает, приносит пользу, радость и счастье многим. И его счастье именно в этом. На сегодняшний день, кто занимается лошадьми, у нас у всех большие проблемы. Во-первых, работники непостоянные. Во-вторых, самое главное, нету тех сильных мастеров, которые бы знали, что такое лошадь и как с ней общаться. Да, она красивая, всем нравится. А как правильно ухаживать за конем? И когда их много, это большое-большое значение имеет для работника. И найти такого работника. На сегодняшний день мы их выращиваем с детства. Если в 90-х годах, когда у нас в Ароматном были... Две конюшни, одна конюшня чистокровных английских лошадей, а другая верхоупряжных донских и тяжеловозов в Ароматном. Тогда школьников водили на эти конюшни, они с детства, ведь не все же могли быть профессорами и президентами, а кому-то нравилось и лошади, и животноводство, и доярки были, уважаемые люди, да, вот в селе. Сейчас же этого нету. И тяжело приучить ребенка, чтобы он пришел сюда и занимался именно этим, потому что эти компьютеры... Школы, где не преподают этого, молодежь теряется. Я не жалею ни о чем. Почему? Потому что я балдею от того, что я вижу свое производство. Я радуюсь этому. Это моя гордость. Это я сделал. Вот когда вы это ощутите, вот вы поймете. Вот это счастье. Вот это счастье, да. Детям говорю, у меня сын есть, дочь есть. Любите свою работу. Идите на нее не как на работу, просто за деньгами. Нет. Найдите ее такую, чтобы она вам давала удовольствие в этой жизни.
и все у вас получится. Потому что, находясь на работе под колпаком каким-то, всех денег не заработаешь. И идти с настроением, ой, опять надо идти работать, смысл в этой жизни. А когда ты находишься, идешь на работу как на праздник, каждый день, и жить хочется. Вот говорю, как оно есть. Для меня это так.